Ежегодно с 1 июля расходы на коммунальные услуги растут. Этот год не стал исключением. Так, цены поднялись на воду, свет, тепло и электроэнергию. Стоимость за газ еще не определена. С 1 июля у нас электроэнергия повысилась ровно на 104%, тепловая энергия на 104%. Это что касается Соликамского городского округа. Холодное водоснабжение 102,95 и канализация 103,8. От процентов перейдем к цифрам. Согласно постановлению, с 1 июля жители Соликамска за холодную воду будут платить 21 рубль 26 копеек за кубометр. Горячая вода обойдется в 118 рублей 96 копеек. За тепло в домах соликамцы будут платить 1474 рубля 66 копеек за гигакалорию. За свет жители домов, где есть газ, будут оплачивать 3 рубля 92 копейки. А в домах, где стоят электроплиты, 1 киловатт обойдется в 2 рубля 80 копеек. Записывайте новые тарифы и будьте готовы к получению квитанций с новыми расчетами. Евгения Константинова, Максим Перелыгин, телекомпания «Соль ТВ».